Здравствуйте, Артём. Это видео про ваши переходнички с одуванчиком. Итак, вот он КПАН. С задней стороны крышечки ключик для того, чтобы правильно установить вот эти вот винтики. Отпускаете, сажаете вместо вашего стандартного переходника с резьбой. И закрепляете в таком положении, чтобы ваша шкала объектива была в правильном месте. Итак, проверяем. Здесь запрограммировано фокусное 135 мм и диафрагма от 3,5 до 22. Ничего программировать не нужно, только если понадобится юстировка бэкфронт фокуса. Тогда по инструкции все сделаете. И М42 Nikon с одуванчиком. Также очень аккуратно вставляем. Совмещаем вот эту вот белую точку с белой точкой на камере. Поворачиваем до защелкивания. Фокусное расстояние для Гелиоса 58 миллиметров, диафрагма от 2 до 16. В обеих одуванчиках ловушка фокуса включена. Если перевести камеру в режим AFS, в этом режиме ловушка фокуса работает. В режиме AFD и AFC ловушка фокуса не работает. Сейчас я упакую ваши переходнички и завтра утром отправлю. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.